Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним задание номер один на странице 55 рабочей тетради по окружающему миру. Узнай аквариумных рыбок по силуэтам. Укажи стрелками название. Проверь себя с помощью учебника. Как это интересно иметь у себя дома подводный мир в виде аквариума. Обитатели аквариумов – это жители жарких стран. Поэтому жить они могут только в теплом помещении, то есть в аквариуме. Если у вас дома есть аквариум, то вы обязательно наблюдаете за рыбками, за тем, как они передвигаются или питаются. Аквариумные рыбки бывают разными. Первая рыбка, которую мы здесь видим, эта рыбка называется гуппи. Следующая рыбка, вот она, ее силуэт называется макропод. Следующая рыбка очень интересна тем, что у нее есть усы, так же, как у нашего сама. Поэтому ее так и называют сомик. Она меньших размеров. Следующая рыба, у нее на хвосте, по силуэту видно, меч. Ее так и называют меченосец. И последняя рыбка – это рыбка гурами. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.